Всем привет, с вами как обычно Дмитро, и мы продолжаем гонять Леополь Ассайз 4 за Финляндское княжество. Вот так вот. Сегодня нападем на Данию и Англию. Сейчас надо только посмотреть, как у Дании по войскам. 26 тысяч. Ясно, понятно. Ну все, тогда нападаем. Речь Посполитую щелку. Англию не щелкаю, потому что с Англией бяки будут, они в союзе с Австрией. Да? Ведь так? Да. Поэтому Англию пока не щелкаем. Можно, конечно, проверить вот тут. Да, видишь, Австрия вступится. С Австрией мне совсем воевать не хочется, поэтому Англия будет вдвое дороже по провинциям, ну и черт с ним. Наша миссия будет провинция Лунд. Очень важная. Поэтому нападаем. Все, пошла заставочка. Надо генерала еще одного. На всякий случай. Так, в экономике военный налог. Топаем. Наша миссия Валлийская марка. Так, вы тут постойте пока, господа товарищи. Евангелическая уния началась. Не ждали унии евангелической? Нет, серьезно, 2000? Они грейдили. Они заапгрейдили городок. И 2000, серьезно. Так, Дания поперла тут осаждать мои провинции. Ну, возможно, она осадит несколько крепостей, парочку. Мне на это пофиг, в принципе. Да, Эльфсбург проиграли. Ничего, сейчас забодаем Инглендов. Семьдесят 1% осада идет. Догадайтесь, почему. Так, веселые объединяшки. Датчане могут тут пробочку захватить. Но Речь Посполитая сейчас пойдет, им жопу надерет всем. Я на нее, собственно, и надеюсь. Что там, казна уменьшится. Да, мы выкашиваем уже потихоньку англичашек. Мне абсолютно не важно, что там Голландия захватывает. Речь Посполитая сейчас подойдет и жопу им дерет всем. Так что можно вообще не париться на этот счет. Ни хрена себе, что-то их много тут наплодилось, уродов этих.
они опять туда куда-то отступать будут. Дворяне влияние теряют. Будем пинать их туда-сюда, получается. Все как мы любим. Надо наемников понанимать немножко. Тысяч шесть. А то тут у нас что-то люди начинают заканчиваться слишком быстро и стремительно. Между тем Лондон мы тяпнули тяпками. И надо несметную английскую рать выносить. У них дисциплина, кстати, очень неслабенькая такая. Сколько с Англией там уже у нас? 67% счет. Сейчас вот это тяпнем и будем договариваться с Ингландом. Они по очень банальной схеме отступают, поэтому... Думаю, проблем не будет, чтобы их догнать тут. Так, а вот что сделаем. Будем осаждать потихоньку, пробуя, чтобы они не клепали кучу народа. Ланкашер под нашим контролем. Идем в Кумбрию. Куда идем? В Дербишир. А потом куда? Оксфорд. Все. Шмякнули бритишей. Что это там в Ланкашере вы строите? Военную мануфактуру? А, это что такое? Гаэльское... Формирование гаэльской пехоты. Нет уж, не надо мне гаэльской пехоты тут. Это, конечно, клево, что вы хотите пехоты гаэльской наклепать, но я все-таки откажусь. Возобновить военный налог. Мы огребли что-то. Проиграли Эльфсборг. Так, Речь Посполитая, что тут? А, понятно. Они дичью страдают полнейшие. Поэтому тут жопа идет. В Дании пока. Ну ничего, мы людей погрузим на корабли и спасем ситуацию, когда с Англией договоримся. Ее затяпаем сейчас. Видишь, Англия уже дружить хочет с нами. Погрузиться, отделиться. О, англичане взяли Абердиншир. Вот, вот дают. Все, идем выкашивать их нафиг всех. Дураки, зачем вы туда высадились-то? Все, мы съели всю Англию, по сути. Любик заключил военную с Англией. Все, Ингланд. Мы с тобой сейчас будем
дружить. А, Геннигал. А, Геннигал, это ведь в Унии там хрень какая-то, да? Все, с цингующими у нас 99 счет. Я прошу, чтобы вы разорвали союз, закончили вражду с Бургундией. Так. Можно будет, возможно, новые державы создать. Сейчас я подумаю. Уэльс это дичь. Мне надо было вот это тяпнуть. Так, что, на что у меня претензии вообще есть? На Гвинет есть претензия, да? На Нортумбрию. Нортумбрию возьму. Две провинции, да? Новые державы. Корнуолл. О боже, пипец какой-то, а не Корнуолл. Можно взять Гвинет, но с ним геморроя будет много. Можно тогда не брать, в принципе, Нортумбрию. Можно взять вот так. Трибровая. Только Бриэта не расстроится насчет этого всего. Вот так вот, три провинции попрошу и денежку. Хотя можно попросить, в принципе, вражду не заканчивать. Да, тогда можно... Можно будет Нортумбрию взять еще. Да. И денежек чуть больше потребую. Вот так, наверное, тогда сделаем. Расстроится только Бретань. Мне на нее как-то плевать. На Бретань. Все, с Англией мы договорились. Да здравствует поднятие автономии. Все, подняли автономии. Рати наши несметные. Куда-нибудь выбери один. Сюда дядьку адмирала назначим. Жирного такого. И надо идти спасать ситуацию. Пожалуй, он прав. Игнорировать что там, дипачки. Престиж, престиж давай. Есть у нас престиж. Англия на Ольстер претензию клепает. Мы на Англию, кстати, новые претензии сейчас создадим. Давай на марку валлийскую. Так, давай на Гламарганша. Все, больше пока нельзя. Шляхта тут. Гольштейн тяпала. Они сейчас возьмут Геннигау. Молодцы большие. Сейчас... Ой-ой, люди истощатся, что пойдут. Короче, вот как. Сплаваем куда-то сюда, чтобы меньше геморроя было. Ой-ой. Слава богу. Повезло. Двенадцать к мы смогли перебросить. Но только 12к. Ты мать. Как так? А, ну 10 транспортников уцелело. Дебилы! Ой, сейчас... Сейчас пахнет пипцом лютым. Один из кораблей потерян. Идите давайте отсюда. Быстро отступайте. Жесть. Так, ну здесь, значит, мы будем в минусе. Серьезно. Речь Посполитая, ты где тут ходишь? Среднее желание воевать. Где ты тут ходишь, а? Вот она. Можно наемные части распустить, которые тут находятся. Если они есть. О, здрасте. Нет никаких наемных частей. Превосходно. Что делать? Вопрос, что делать-то?
Надо как-то эту Данию выпилить. Голландия тут гуляет. Можно психануть и наделать еще пехоты наемной. Как вариант. Содержание флота у нас теперь практически нулевое из-за Гельдена, который тут доблестно нам тут поднасал. Речь Посполитая вроде идет на подмогу. Иди сюда, дурында. О, молодец. Да-да-да-да-да, вот правильно сейчас будет все. А мы тогда... Ой, нет, мы там пойдем. Да вы погнали, что ли? Я сказал, вот так пойдем. Казная, усталость твоя... Давай рекрутов немножко восстановим. Дураки, не уходите отсюда. Все, тяпнули трёнт хрень какую-то. В Лондоне нет крепости больше. Разрушили ее. До чашки. Политая речь, конечно, офигевает. Дальше. Геннигау низкая. Только Гильдер, ну, может бабок заплатить. Это свидос. Репарации ему заплатить. Не пойду, а союзника за золото. А если я накину? Деньги Рокфеллеров. Нет. Ну, блин, флот. Мне казалось, что наш флот будет довольно серьезный. Недооценил флот противника. Теперь вот буду пожимать свои грехи. Ну, давай, наверное, сейчас тут наемников доклепаем. Надо все-таки спасать ситуацию как-то. Выправлять. Поиграли осаду в Геннигау. Военный налог продолжаю собирать. Ну и тысячу войск куда-нибудь сюда. Отжимать провинция. Гельден все еще высокий по желанию надать нам одно место. процента счет. Так, ну давай посмотрим, что мы можем взять. Надо брать вот это однозначно и вот это. А вот это вот уже не получится. Будет дорого, мол. О, в коалицию всякая срань полезет. Даже Богемия. Если вот так вот посмотреть. Ну так, говорит, нормально. Будет. Сколько надо? 48 счета. Блин, вот флот подставил очень. Надо было вручную управлять флотом. Блэкинг под нашим контролем. 24 счет. Так вы куда там плаваете? Никуда, что ли?
какие-то чашки. Фигней страдают какой-то. Ну давай, иди. Я с них не могу просто. А что это там такое? Транспортник вообще встает, да? Может, мы склепаем какой-нибудь корабль? Караку. Мы поддадим тут. Всем этим уродам. Давай, догоняй этот Гельдан, мочи его. Но регротов увеличим пока. Пусть идет куда хочет, админка. Наследник трона Карл умер, и у нас теперь Леметти. Наследником является. О, Речь Посполитая пришла. О, молодцы! Сейчас они их затащат. В самые дебри. Москву создаю шпионскую сеть. Сколько у меня? У меня карака будет 2 года, хреначится. Пипец. Гельдан наконец-то сдается. Давай, белячок, дорогуша. Еще Голландия осталась. Дании не хватает еще немного, чтобы договориться вот на такой мир. У нас деньги серьезно заканчиваются. И в наше время в пути это пригодится всегда. Тридцать 7%, вот еще тоже. Ой, Кенигау это не то. Да не. Ой, долго еще здание долбаться. Надо им хотя бы крепость одну вот эту вот взять. Речь Посполитой. Тын-ты-ды-дын. Между тем. Веселая смена религии нас ждут. О, 33 корабля приперлось. Из Дании в гости к нам. Ой, молодцы, в Речь Посполитую пошли. Просто отлично. Все, давай, захватывай Дэн-Дэн-Дэн Ланкашер. Немножко не хватает, надо вот эту крепостень взять. Нормалды все будет. Продули там какую-то крепость. Но при этом Речь Посполитая тяпнула. Тут вот. С Голландией скоро можно будет помириться. Вон там еще Кенигау сейчас шмякнут. В очередной раз. Все, Речь Посполитая ушла на Белый мир. А мы тогда будем договариваться уже. Окончательно. Так. 48 счет. Эту хренотень мы взять не сможем, а жалко. Ну ладно, коли так, Барнхольм 6% стоил. Ничего более дешевого, к сожалению, нет. В коалицию может вступить Богемия, может, ну пусть. Пусть вступает, если так хочется ей этого. Денежки мы сэкономили, взаим не упали, так что что может быть лучше? Еще денежку попросим чисто для себя. 573 очка админки. Отправляю свои требования необоснованные. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Вот так вот. В принципе. Вот флот, конечно, жалко. Придется заново флот отстраивать. Агрессивка с Речью Посполитой не очень жесткая. На Данию новые претензии клепаем. Так, давай на столицу. Столица пора бы
у них тяпать столицу. Две провинции. Сберем. Тут уже скоро... О, колониста можно сюда отправить, по идее. А, нет, не получается. Далековато пока для нас. Надо дипку качать. Франция грызет Кастилию. Австрия, как твои дела? Может, подружимся с тобой? Ой, слушай. А ведь они согласятся подружиться с нами. Давай-ка с Австрией наладимся. Как там с Евангелической унией дела обстоят? Да как-то не очень. Чувствую, Богемия победит. Если эта битва случится за унию. Англия воюет с Гельдерном. За что они там, интересно, воюют? Против нас так. Сражаются в Брабантском завоевании. Ну ясно, понятно. С ними все. Да, надо датский флот изучать теперь, флот накапливать, разбивать флот Дании в следующий раз обязательно. И тогда у нас все получится. По войскам вроде у нас нормально теперь, надо будет распустить наемников. Так, вот и отстраиваться потихонечку. На этом пока закончим. В следующем эпизоде, я не знаю, мы может еще помиримся, подождем. 15 лет получается, да? Чтобы напасть на Данию с Англией снова. Потому что на Московию не хочется пока нападать. Что-то она разъелась сильно. Но мостик я бы хотел в конце прохождения получить необходимый. Так вот так. Провинцию качать пока не буду. Сословие так будет земель. Дворянам что-то выдать предлагают. Например, что? Сороку, может? Вот это. Или что это? Хаумагуре? Дворянам отдам. Все. Мелочи, приятно. На этом заканчиваем. Сохраняем игру. С вами был Дмитров. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, peace.